Обрати лікаря, швидко записатися на прийом онлайн, отримати доступ до своєї електронної картки, переглянути поради та призначення лікаря щодо плану лікувань, а ще передзаповнити електронну декларацію з сімейним лікарем. Всі ці медичні послуги доступні для харків'ян на порталі healthy.me. Мы имеем порядка 240 тысяч регистраций харьковчан на сайте Healthy.me. Мы имеем на сегодняшний день 1 130 000 заполненных деклараций. И статистика посещений сайта для бронирования своего приема, то есть количество приемов, которые были оформлены через сайт, уже превысило 4 миллиона в этом году. Поэтому активность среди харьковчан очень большая, особенно это наблюдается в период пандемии. Особливо зручно таким чином отримувати медичні послуги в період пандемії, зазначив Олег Дробут. Є можливість відеоприйому із лікарем. Это те случаи, когда в принципе не нужно обращаться в медицинское учреждение. Такие случаи четко определены законом. Это выписывание повторного рецепта по программе «Доступны лики», те, кому они положены. Это получение направления на диагностику либо анализы. И это повторный визит к врачу, если нужна повторная консультация для личного успокоения. Отдельно хотел бы остановиться на людях, которые имеют нарушение слуха. И сегодня во всех 66 медицинских учреждениях нашего города есть специальные планшеты, которые позволяют таким людям без помощи специальных переводчиков общаться с медицинским персоналом. Наразі на порталі тестують систему електронних рецептів. Головна особливість – перехід від призначення медикаментів на зазначення лікувальних речовин для того, аби харків'яни змогли обирати виробника та вид ліків по кишені та онлайн. Врач выписывает электронный рецепт, человек заходит в свой персональный кабинет и может ознакомиться с теми предложениями, которые есть на рынке. Более того, обращаясь в аптеку, в будущем харьковчанин просто будет указывать соответствующий код там, этого электронного рецепта, и аптечная сеть будет видеть конкретный рецепт, который выписал конкретный доктор, и предоставлять соответствующие медикаменты харьковчанину. Реєстрація на порталі проста. Потрібно зайти в особистий кабінет, ввести номер мобільного телефону і отримати повідомлення з кодом для підтвердження входу. В особистому кабінеті рекомендується заповнити персональні дані для кращого обслуговування. Ігор Безкровний, Євгенія Кутнова та Віктор Ноздрачов. Харківські звістя.